3 o'clock, just rolled out of bed. Gotta fix this pounding in my head. Самая дорогая вещь во всем Краснодаре. Я поняла, вы сейчас скажете, что это нам на Новый год, да? Ну что, случаи бывали? Ксюш, назови хотя бы раз, когда? 2013, 2014, 2015. Согласны ли вы стать семьей главного инженера завода аттракционов? Мы не молодеем. Давай квартиру купим. Зачем? У нас же вроде есть одна. Мы живем в отличном месте. Он нас стабильно заливает. В прекрасном доме. Сейчас он протрезвеет, сам все сольет. Ну подумаешь, не протрезвел человек. Может, праздник какой был? Какой? Макар затопитель? Залоговая квартира, они, конечно, уходят в лед. Особенно в стиле Прованс, особенно вот с такой вот прекрасной шведской мебелью. А залоговые-то какие? Уточните, пожалуйста. Это мои самые любимые. Так, 3 секунды, правого от слова. Иван Павлович, с юбилеем. Сереж, лучшего инженера можно и обнять. Завод на простой уходит. Уже 3 месяца никто ничего не покупает. Пролома ЖКХ не платят, а счетчики мотают. Какой ЖКХ? Мы месяц назад въехали. Все правильно. Квартирку с долгом купили. А договора читать не научились. Хорошо есть мы, скромные коллекторы. Борис Леглет. Была бы дверь, я бы хлопнула. А как мы до сентября доживем? Нам взносы платить нечем. Еще 2 миллиона за квартиру надо отдать. Есть решение. Гораздо больнее. Придется потерпеть. Но оно нас точно спасет. Алло, пап, а вы чего на новоселье не заходите? Когда в семье проблема, мужик должен сдохнуть, а проблему решить. Давай, я фиксирую страховой случай и месяц взноса не плачу. Давай. Максимум ушиб, давай еще раз. Семейный бюджет. Вот тут готовые 100 тысяч. Понедельник, вторник, курьер. Среда, четверг, овощебаза. Пятница. Пятница, какие-то закладки, наверное, в библиотеке что-то. Но деньги очень хорошие, Люк. 28 октября. В кино.